Привет! В данном обзоре покажу миниатюрную тушь для ресниц от Benecos. Это сертифицированный cruelty-free бренд натуральной косметики. В незапечатанном футляре из плотного пластика продукт объемом 2,5 мл. На упаковке отмечено, что тушь веганская и более чем наполовину состоит из компонентов органического происхождения. Содержит сок листьев алоэ вера, глицерин, протеины пшеницы, лецитин, экстракт магнолии, витамин Е и другие ингредиенты. Тушь черного цвета была открыта давно, и безусловно стоит учитывать, что такой продукт хранится не более полугода. Она несколько подсохла, изменился ее запах, а пигмент стал менее насыщенным. У средства компактная конусообразная щеточка с закрученными спиралевидными щетинками средней жесткости. Деликатно прокрашивала волоски, не приподнимая и минимально удлиняя, разделяя и не образуя комочки. Ресницы выглядели естественными даже при наслаивании, но расход туши оказался большим. Высыхал продукт относительно быстро, после чего не отпечатывался на коже век, не раздражал глаза, оставался на ресницах несколько часов, но под конец дня все же мог минимально осыпаться и смазываться. Тушь неводостойкая и смывалась без проблем различными средствами для демакияжа. Спасибо за внимание и пока-пока!